Стильная коробка радует глаз, поэтому не буду тянуть. Давайте откроем, хотя ну, я прям любуюсь ей. Смотрите, как переливается значок Nike, вот этот swoosh. И еще раз, это Air Trainers. У меня никогда не было такой модели, поэтому, безусловно, интересно распаковать ее вместе с вами. И сначала звук. Зацените. Ого, бросается в глаза, да? Вот такой, ребята, необычный дизайн. И он сразу же вгрызается нам в глаза. И прям хочется рассмотреть их поближе. Братва, вы только зацените, сколько здесь деталей, сколько здесь цветов и разнообразных материалов. Все запихнули сюда. И, естественно, самая основная деталь, которая бросается в глаза, это вот эта застежка. Я понимаю, что это лайфстайл модель, но в то же время, да, это помогает фиксировать вашу стопу. Не думаю, что эта функция будет очень востребована в этих кроссовках. Тут все же, не знаю, как бы дань моде, то есть это кроссовки такие вот из 90-х, и я не думаю, что сникерхеды будут как-то сильно уже затягивать свои стопы и ходить в данных кроссовках. Естественно, они жестко на любителя, то есть кому-то будет интересно, это такое яркое сочетание, кому-то нет. Тут просто их очень долго можно описывать именно из-за обилия цветов и то, что здесь используются такие материалы, вот как вот смотрите, такой плотный полиэстер, здесь вот такой вот даже полиэтилен, я бы назвал это, смотрите, резко такой розовый swoosh, воу, а здесь у нас идет Nike Air, значок полупластиковый, но ярко-синий. И в то же время этот цвет прослеживается еще и спереди кроссовка. Вот Nike, вот такие вот кнопки, капельки. Также сам язычок идет дальше, вот синий цвет. Внутри стелька, где такой вот розовый значок Nike. Сама стелька, она не вытаскивается. Тут прослеживается общий стиль, олдскульный. Такая же тема используется в Nike Air Force One. И, соответственно, да, ну тут очень все спорно и одновременно очень все интересно. Ребят, вот такие Nike Trainers были у меня сегодня на обзоре. Здесь сложно к чему-то придраться. Сделаны они супер качественно. То есть тут, конечно, обилие материалов и такое необычное сочетание, но в то же время супер качество. По стилю, ну тут каждый решает сам по себе. К сожалению, сложно подсказать, потому что мне они, если честно, не зашли, но вот общаясь в сникер-сообществе, по крайней мере, ну, в Европе, здесь ребят, конечно, офигевают от них и говорят, что это супер тема, круто, классно. И второй важный нюанс, они 100% унисекс, в принципе, как и указано на коробке в том числе, то есть сразу же даются два размера, мужской и женский, акцентируя свое внимание на том, что да, ребята, они подходят как мужчинам, так и женщинам.
Но я не думаю, что на это стоит сильно заморачиваться, да, то есть, в принципе, в современной сникерс-индустрии ситуация такая, что неважно, какие кроссовки, они подходят как мужчинам, так и женщинам. Но в целом вот эти трейнерс — это вот такой привет из 90-х, и мода по такой спирали возвращается. И надеюсь, кто-то вот искал для себя их в сети, и мой обзор помог, потому что помимо того, что сделаны они качественно, да, спорный дизайн, но сидят они великолепно, размер в размер, true to size, ничто не давит, все классно, удобно, мягко и аккуратно. Смотрите другие обзоры, подписывайтесь на мой канал, обязательно оставляйте свои комментарии и задавайте любые вопросы в любых соцсетях. Ссылки я, как обычно, оставляю в описании. Пока!